Русская национальная еда. Русскую еду? А, да-да, пожалуйста. Стикаса пищенаса. Я ищи краснофлотские. Что? Краснофлотские ищи. Понимаю, очень хорошо. Но лучше что-нибудь другое, пожалуйста. Вот тогда биточки по-казацки. Казацки? Да. Пожалуйста, не надо. Ну, тогда можно для вас окрошку сделать. Окрошку? Очень хорошо. А что это такое? А это когда на мелкие части рубят. А пирожку, пожалуйста, не надо. Я буду после кусать. У меня порохуй аппетит. Очень порохуй. Как угодно. У него плохой аппетит. А у нас хороший, замечательный. Можно оплатить? Разрешите ваше обширное меню. Это вы? Как вы сюда попали? Я вам после все объясню. Садитесь, пожалуйста. Выбирайте, товарищ. Хорошо. Видал? Какая себе помощница. До самой Москвы будет. Ну. Thank you.
Чуть не мешаю? Помогайте. Все вы умеете. Настоящая жена командира. Да ничья я не жена. Как? А я... Я Катя Ивановна, только совсем другая. И билеты я не теряла. Я случайно села без билета. А теперь вот на законном основании еду официанткой. Вот это здорово. Я думал... Что? Ничего. Только вы знаете, мне очень неудобно, что я по чужому литеру ехала. Пустяки. Литер отошлют обратно. Зато вы в Москве дело сделаете. Я Москвы совсем не знаю. Я помогу. А? Время у меня будет много. Ведь поездка в Москву моя премия. Первым долгом в бюро жалоб сходим. Я вашему директору расскажу. Постойте, а как же с записной книжкой-то? А что? А ведь тут очень важные поручения Иванова записала. А мы их выполним. Что это? Река. Наш Амур шире. Да. Наш Амур шире. Значит, меня из-за тебя из поезда высадили? Кажется. А кто тебе поручил девушек собрать? Вы? Я? Да, я по вашей записной книжке действовала. Вот за это тебе достанется. Да. Теперь мне уже все равно. А что теперь случилось особенно? Если он может так нянчить ее ребенка, ведь он же ее первый раз в жизни увидел. Он меня тоже первый раз в жизни увидел.